Yes. Like your dog. No. Здесь не поговоришь. Так, куда? Where are we going, honey? Roses? Let's go to see roses. Пошли розы посмотрим. Петуния. Всякая. Sun написано, значит, на солнце можно. А. А, ага, птицы на садятся на цветы здесь. Вот эти ничего растут у нас по дворам везде, они у нас и профессионально по дорогам сажаются. Так, пришли, кротоны растут по дорогам, ничего, вот такие кротоны и вот такие. $17 горшок стоит, 16 с копейками. И по дорогам растут везде. Это колючее. Ну, ты я говорила, что вас раздерет. Вас, ваше тело, если к вам прилипнет. А nothing here, а? Ну. Здесь розочки. Господи, они бедные засохли. Но их поменяют утром. Или, может, они отойдут за ночь от воды. Ничего здесь хорошего нету в розочках. $20 горшок. Эти 23. Вот эти ничего, два цвета. Ну, не знаю. Вот эти кустовые я не люблю. Я люблю одну штучку, когда растут. Ее срезаешь. Вот. Да, вот про эти я говорила. Я не знаю, как они называются. Вы напишите. Вы все пишите. Разного цвета они бывают. Растут легко. Но простор нужен тоже к этому. Поставить их к забору, то поставить. А вот они вот эти. Посадить их к забору, будет плохо расти. Вот. А так ничего не цветут. Вот. Ну, вазу их не срежешь. А так это украсить ничего. То есть двор украшает. Стригутся они легко, ничего. Это камни. Всякие булыжники. Покупаете за деньги булыжники, посыпаете во дворе на клумбы и так далее. Так. Вот, это поливалки. Поливальные шланги и к ним приспособления. Аня, what about these flower pots? $29. Вот эти. Отсюда такие вылазят, вылазят flower pots. Пошли. Let's go, honey. Это другой магазин, Home Depot, но другой, в другом месте. По дороге ехали, я говорю, давай заедем, давай. У них товар, в принципе, одинаковый, но бывает, что там есть, а там нету. Что-то есть больше, что-то есть меньше. Очень жарко здесь, потому что здесь считают, что снаружи, внутри, вот туда... Там холодно. Ханечка, ну, let's come here. This hanger, so... Right here. Ah, this one. Do you see this one? Yeah. Similar to that, but... How much? 24? Yeah. Bigger, taller, though, isn't it? Or is it not? For outside, right? Деревянная... $15, а эти по 25, что ли. Вы уже замучились смотреть одно и то же, я знаю. А мы как замучились. Молотки, мальчики. О, топорик какой. Иди такой топорик. 34,59 написано. 59, наверное, все-таки, а не 34. Больно большой. Хорош топорик. Это топорики маленькие. И такие молотки. Перчатки к ним. Let's go. Лопаты совковые и штыковые. Штыковые, совковые. А это изящные. Да, дамы. Дамы делятся. Дам. На дам и не дам. И третья категория. Дам, но не вам. Ну.
Я представляю, как вам горшки надоело смотреть. Я знаю. Но специально не ездим в магазин что-то показывать. Хотя, в принципе, honey, this... not stones, this like... смешанный клей с чем-то. Это не каменные такие. This пластик. Пластик together with something. You take that and put it in there. Yeah. Yeah, this okay. Yeah. Ага. Кадушки. 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 And this big. Mm-hmm. No, it's not stone. This pretty light, honey. Not so heavy. How much? $109. $109. Ничего себе. Вот эти дела. У нас есть на улицах магазины каменные, но где делают вот из камня все эти статуэтки продаются. Там подешевле будет, раза в два дешевле будет из камня вот эти все дела. Но надо ехать и по дорогам смотреть. И... нет, ну можно в гугле найти все. Ну, в общем... пошли. А вот так сорняковые киллеры, убийцы сорняков. Посыпаешь. Есть такие девочки американские. Есть такие, которые убивают на своей траве, то есть на траве растут эти сорняки, да, прямо сквозь траву. Вот термометр. Видите градусы в Америке, да? Но это эти здесь еще представлены Цельсиум, слава богу. А то обычно часто и Цельсиума нету. Только Фаренгейт. Сейчас вот здесь 80 градусов. Это часы. Ну, так про что? Про что я хотела вам сказать? Что-то я начала говорить. Сзади меня некретинская женщина кричит так сильно. Ну, кому она кричит? По телефону кричит так вот сильно. Сейчас выйдет, увидите, как она кричит. Не пошла туда кричать, слава богу. Ты, бэби. А что, в эти магазины с собачками можно? Наверное, можно войти. Здесь магазины, как город. И здесь нет продуктов. Хотя эти собачки, они продукты брать не будут. Yes, like this. You show me, right? Мы там такой столик. Ну, вот это для подставки под цветы. Он говорит, так вот это можно приклеить. Ага. $15. $15 each. Ранее. Honey. 16-15. Есть тяжелые, есть легкие. Есть пластиковые вот такие. $5 штучка. Ну, это на кухне, да, тоже клеят, да, девочки? Этот рабочую стенку, да, такую делают? Или где они ее делают? Собачка очень любит Ханьку. Чудо она за ним. Это Ханя. It's loves you, если да. Эти, как их, стеклянные такие. Стеклянные штучки. И это стекло пошло. Такие вот. Красивый доллар. $49. Вот эта палетка. Вот это такая. Большая. Это куча. Это штучки $49. Я вас умоляю. Или со сколько? Неужели за штучку? Ничего себе. Так. Еду could not find, но что-то мне хотел показать вот это, что наклеивается, говорит, вот эти грассовые. Мне посоветовали этот карпет, сказали, все прилипает, не вздумайте класть, замучайтесь чистить. Как интересно, девочки. Вот это $142 стоит, и будет все прилипать, а этот $247, да? За $247 все будет прилипать. Да, вот она идет кричащая. Держит телефон хрен знает где. По видео и орет.
Вот. Ну. И часто мексико-латиноамериканцы у нас тоже орут, но, как ни удивительно, русский язык кричащий часто. Yeah. Show me, show me. There's no blue or, you know, no colors. Что поразительно, русский, особенно кто с детьми, где ребенок кричащий, невоспитанный, орет на всю, такой уже пора ума набраться, знаете, лет 8. И мамаша спокойная, только кричит, кричащая по телефону, а так, а с ребенком спокойная, то есть она с ним не коммуницирует, понимаете? Он орет себе, она орет себе. Ну, это not color, honey, not beautiful. Вот. Часто, да, кстати. Белые американцы, те поспокойнее. Те детей штурмуют, так это получится. Ну, конечно, те, кто не все. Но большой, ну, в основной массе они... В основной массе они покультурнее в этом отношении. Орать в магазине не будет. Ну, this like gray, no color, right? Like that. How much cost piece? A piece? $5. Oh. You lost. 536. You lost, Ханька. Уже оторвал что-то там. Они ж наклеивают это, знаете, да? Ее снимаешь, клеивают бэмс. I know. Он говорит, ты можешь их снять все и как хочешь их уложить на клею. Ой, ну ладно. Honey. Listen. Эти. А, это this on the floor. Эти. Тайл. Beige. Тейл – это хвост, а тайл – это плитка. Beige. Yeah. Beige. Wait, this for floor. For the floor, right? No, for floor you have to cut. It's beige. How do you say? Бежевый. Say бежевый. Бежевый. Correct. Бежевый – это beige. Зеленый – это green. Gray. Gray – серый. Серый. What color this one? Siri. What color this one? No, color. Calcutta? In Russian language, approximately. White. White, but in Russian language. Uh-huh. Forgot. Белый. It's белый, yeah. I know it's color. Ah, what color this one? Oh. Honey, you forgot everything. Он забыл, блин. Черный. Сейчас его убью. Not crazy. What color this? Черный. This one? Красный. No, черный, yeah, красный, I'm sorry. What color this? Красный. Honey, you crazy? What color this? Yellow. Yellow, what color? I can't think of it. Желтый. Yes, желтый. Come on. I gotta work what color it. This? Зеленый. Correct. Девочки. Terrible, right? Terrible. Спрашиваю, дарит. Ужас, да? Ужас. Ой. Так, маленькие коврики. О, как русский коврик, да? Такой коврик. Дрык-дрык-дрык-дрык. Дорожка. Корова. Дрык-дрык-дрык. 22.97. Ну, насколько она длинная, не знаю. А стоит 22.97. Плюс так, само собой. Дрык-дрык-дрык. Хани. Здесь такой коротенький. А здесь совсем никакой раг. Раг. Ковер переводится. Раг. Раг. Я. Окей, Ханьки. Пошли. Контейнеры продаются. Пластиковые. Взял меня за ручку. В Америке же за ручку ходят все. Им по 85 лет, они за ручку ходят. Раг. Раг. Again, раг. You could probably get 20 of these. Говорит, надо усилить вот теми. Мраморные куски, гранитные куски, столешницы и прочее покрытие.
кухни страшные. Надо дождаться, когда уйдет мода, девочки. Не покупать, если в продаже нету. Или купить, может быть, даже новую, но юстовскую. Да. Ага, like this one. Кронштейн называется. Кронштейн на Russian language. А, нет, не кронштейн, это... Ну да, ну похож. Подожди. Be black like that. Hook. No, no design. Так. Крючки. Это вешалки для клозета. Так, вот эти прогибаются капитально. Они все стандартные в Америке. Да, наверное, у вас такие, да? Прогибаются страшное дело, если длиннее тяжелая одежда. Вот эти я имею в виду. Прогибается, надо в середине вставлять эти держатели. А потом с держателями невозможно этот самый одежду двигать. Вообще, клозет в Америке очень ответственное дело. Надо, чтобы профессионалы делали и чтобы удобно было. Иначе замучаешься. Вон они на рисунках эти. Прогибаются они, хотя металлическая эта планка. Все равно. Вот. Там наверху. Ой, что-то у меня мутная камера. Да? Very long. $20 палка стоит. Очень длиннющая. Ну, на русский размер 1-2, ну, 3 метра будет, а то и 3,5. Полки для гаража в основном. Нет, и в пентри-то. Пентри – это у нас кладовка, которая идет к кухне. В американских домах тоже стандартная. Это все для клозетов, для одевательных комнат. Тоже стандарт. Каждому бедрому. Ну, и бывает на 2 бедрум, это спальня. Каждая спальня на 2 спальни иногда, но в основном на одну бывают эти клозеты, то есть комната для переодевания. Шкафов в Америке нет с вещами. Yeah, but they can cut, right? Can they cut? Why you want to cut? You just put it along the whole wall. Oh, okay. But how you will? Это для гаража мы смотрим. Слышишь, а как, how you will move clothes on the hangers? They're going to be stationary, you hang it one here, you know. Okay, maybe. You'll be separated automatically. Separate, это отдельно. Говорят, сепаратист, да? Separate, отдельно, отделяться. О, а. One piece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So anyway, what I'm saying is you'll probably need 3 of these for your clothes, right? Three. А, для твоей одежды, чтобы повесить, говорит, надо 3 вот таких вот закупать. Я хочу в гараже перевесить некоторую одежду, ну, в коробках складывать, она запарится, она жжет. Говорит, для... Ой, господи. Жалюзи пошли. Жалюзи. Yeah, similar. How much? Машинки, где их режут, эти жалюзи. Дрык-дрык. Такая дрык-дрык-дрык. Вот такие жалюзи на окнах в основном в американцев. Шторы есть, но в залах, а так, ну, часто и шторы, и жалюзи, часто и так. Но очень часто только жалюзи, в зависимости от того, как открыта комната для просмотра любопытных, да? 104 ковер, девочки. Русский. 104. Похож на русский. 104. Вот какой он там. Вот такой он там. Вот такой он там. И вот такой он там. Не знаю размер, но не важно.
кто-то мне писал, говорит, да они, нет, хорошие они, они здесь хорошие. То есть, конечно, искусственно, но мягкий, хороший ковер, тем более в этом магазине будет хороший, хорошее качество. Ничего. То есть, очень похож на наш Советского Союза. Я, конечно, не проверяю. А, патио блайнс, ага. Для снаружи блайнсы, ну вот эти вот, как это, жалюзи вокруг вашей беседки. Собаки бегают вон по этому грасу искусственному. Ну ладно, пошли, братка. Ой, какие красивые они, рулоны. Так взял себе, отрезал линолеум там. Отрезал себе. Пошли, здесь тоже режут. Ковры. А, вот там карпет. Ковролин, да, называется? Карпет в Америке. Карпетнер – это половой мастер. Не в том смысле, а в прямом половой мастер. Ханька не половой мастер, у него другая профессия. Так, дальше идем. Ой, точно. Викинг. Называется покрытие. Ой, ну ладно. Honey, bring me to... Where is lights? No lights. I don't know. Where are you? Некогда и холодильники вам показывать. Я же показывать. Они один. Хотя мне писали, что холодильники в Америке. Ой, какие у нас не такие. Смотри, какая большая. Это микроволновка. Какая крупная большая. Кто-то писал про эти вот, ну, такие двойные, говорит, отличные от наших. Со стеклами, которые с электронным этим. Знаете, там, ну, вот если они здесь будут. Аня, where is this window? This Vora here window electronic stuff. Там они под интернет подключены есть с этой издержки. This freezer. Freezer. Mamma mia. This is what typically used in the country. Он говорит, это типичный фризер, который в деревнях в Америке юскают. Юст это используют. Понятно, в деревнях девочки. Кому они там морозят? Ну, может быть, у нас рыбы ж полно, может быть, фишинг. А, ну они же еще анималсов держат. Анималс это животные. Ну, иногда людей называют. Ты анимал. Да? Девочки, когда ссоры в семье, здесь такой же стол, видите, одинаковый магазин с одинаковыми. Вот про эти холодильники я говорила, кажется, они или это не тот, который модерновый. Что здесь вот так открываешь просто, вот так открыл, да? А вот когда на кнопку нажал, это будет по-другому. Вот тут раз, drink, good, drink себе взял. И вот так спрятала от него, так долбодылызнула. Потом открыла, вроде как занимаешься хозяйством, да, девочки? 4000 холодильник, 4,5. Что-то такое дорогое. Так вроде занимаешься. Здесь приготовила, поставила кастрюльку. Это вода здесь. И лед, лед, лед и вода. Потом вот так вот закрыла. Вроде бы потом вот так вот открыла, опять долбанызнула. This for Hennessy, а? Хеннесси это коньяк. For коньяк, right, honey? А здесь нету электроника этот. Нет, это нету электроника вова этого. Come here. Еще один такой же, похоже. Honey, that very narrow to go. Defective написано. Дефективный. Ну, то есть с каким-то дефектом. Дефектовые, кстати, вот эти дефектовые, все там дефектовые, знаете, этот... Ролл отвалился, вот этот шарик, на котором катается на полу холодильник. Они его бэмс, это царапину сделали грузчики при перевозке. Они его бэмс в определенный... Аутлеты называются, кому нужны все домашние вот эти дела микроволновые. Вон фризер, найс. 700, Jesus Christ. Вот this typical. Он говорит, это... Купите в аутлетах, найдите любой магазин. Нет, Home Depot аутлет, я не знаю, но вот есть Sears магазин.
Он холодильник, ну, такой там все эти appliances. Appliances – это домашние приборы, вот так скажем, appliances. Одним словом, все микроволновки, холодильники, там, что там еще, посудомоечные машины – все в одном слове appliances. И вот это вот в аутлетах, то есть Sears Outlet, кто только приехал, советую. Sears Outlet, найдите магазин, он там будет на большой город один. То есть редко они встречаются, но они есть. И там вы купите его в два раза дешевле, потому что царапина была. А, Анька? А, for the floor. For what? For, а, for chairs. For chairs. For your floor, so you don't slip and slide. Ну, это на ванну. Это на косметик с подсветкой. Дрэк-дрэк. Эти мирроры есть тоже в каждом простом магазине. Они 159 мирор. Какого же? А он, наверное, большущего. А, вот тяжелый, большущего размера, наверное. Господи. 149 мужской. Видите, какой там. Он такой маленький, да, черненький. Она такая красавица белая. Он такой маленький, черненький. Она такая, да? Она 149. Нет, он 149, она 159. Ну, на ванну хенгеры. Всякие холдеры, держалки. Так, мы ходим все по одному и тому же. Вам не интересно. Ну, слышите, вот какая у нас жизнь, такую и вы смотрите. Кто-то говорил, я вот смотрю, американцев, ездят ли они, кто-то. Знаете, вот эти поездочные видео вообще никто не смотрит. Вот у нас в Париже там, где там у нас еще Ром это Рим. В Роме были, никто не смотрит их. Там посмотрела их, там, я там знаю, 1000, если набралась просмотров, то хорошо за пару лет. А так они не интересуются никто. Поэтому, девочки, все вот это все приземленное смотрят. Вот это картошку как покупаешь, да, смотрят. Вот это кран в квартиру купить. Ну, вот это смотрят, а так нет. Эти душевые с эти, не спринтлеры, а как они называются, шауэр. Не забыла, как они называются, но у них есть красивое название. Спринтлер это на улице, который разбрызгивает, а вот это сам набалдашник, он должен как-то называться. Hand shower, ну hand shower это ручной шауэр, ручной душ. Видите, вот там вот большая набалдажница, да, вот там. Ой, как упадет на голову, если вот это, да. Он тоже, не, он не ручной. Вот тут набалдажник, внизу вот это еще маленькая ручная. Он сам большой. Красиво, да? Ну. Да. Хорошо с кнопкой, которая выключает воду. Там же кнопка, да? Выключаешь воду. Потом можно переключать на такой-такой секой, ну, сильный душ, который с массажем, да, бьет. Напор в Америке везде. Воды. Соки воды. Воды в Америке везде. Горячая, холодная вода в Америке везде и без проблем. Ее никогда не отключают, ничего, я вам как-то говорила. Но мне уже девочки писали, Лена, ты в старые времена впадаешь, значит, у нас никогда тоже уже не отключают. Все, девочки, я... Все, это у вас есть. Чего у вас нету? Сейчас я. The light. Towel closet. On the Christmas refrigerators. Refrigerator? Uh-huh. Так, мы уже с вами это все смотрели. Фены. Фен это вентилятор. Фен. Фен это не для хэра, не для волос сушитель. Для волос сушитель с этот hair dryer. Сушитель хэра, другими словами. Американская девочка. Так, пошли. Вот эти лайцы. Automatic. Автоматические лайцы в клозетах. Когда открываешь дверь, ну там вот, ну, в этот кладовку, да, в какую-то. Раз, и он зажигается. Вот это нам еще надо.
Honey, maybe these lights. Ah. This would work in the closet. This working is, this, small, this, right? This actually works. Yeah. Эти фонари на дом снаружи, на дом, на двор, на сарай, куда хотите, не на сарай повесьте. На сарай. Ставьте красную лампочку, будет вам красный фонарь. Да, на доме, девочки. А здесь не поймут, что это такое. Это вам не Голландия. Британская страна. Здесь такого вообще не делают, то, что делают в Голландии. Кстати, у меня спрашивают все про Америку, про все эти половые вопросы. Задаете все. Вам по 60 лет все, вы интересуетесь этими вопросами, девочки. Не страна британская, еще раз говорю. Здесь у нас это... В баню голыми не ходят, все вместе с чужими людьми, как в Германии. Боже упаси, в сауну там, в баню, куда там они ходят. Нет, у нас такого нету. У нас все это вот так строго, строго так. Есть, конечно, отклонения, не без того. Но все-таки, ну не в бане ж отклоняться. Да, мальчики? We will bring back. Купили в классе это автоматический лайт. Да, девочка, да, американская. Она тут стояла. Ну, невозможно показать близко человека. Ну, вы поняли, красиво. Такое тело, чтобы было больше. И татуировка на нем обязательно. Если маленькое тело, татуировки редко бывают. На большом есть на чем выбивать. Вот. Over there, yeah. Ага. Like mosaic, right? Mm-hmm. Он говорит, тейбл красивый, стол тут мозаический наверху. Nice. 100 only table. Вот это storage ставить, снаружи положить свой инструмент. Он пластиковый. Бывают больше, бывают меньше. Так. Господи, пока обойдешь этот магазин, да, я еще такая уставшая. Ты еще и съела этот... Свиной сэндвич. Господи, так тяжело. Надо меньше есть. Есть надо меньше. Это вешать шланг на доме прикрепляется. Обычно дома продаются с этими штуками. Вот. Такая штука. Это земля для цветов, не для цветов, удобренная, неудобренная, всякая. Цветы живые, само собой. Так. You could not find, no? They have them down there, but not the swivel one, but the long one. No, not like this, black was. Thing. These are hangers too. Is the hangers on? Oh, yeah. Okay. String them down somehow. Uh-huh.